Здравствуйте, дорогие друзья! Я зарегистрировалась в проекте Is it Wealth Builder 2 февраля. Вот здесь написано, что 1 февраля в 23:14:57. На самом деле по Москве это было 2 часа 15 минут 2 февраля. И вот сегодня в 14 часов 5 минут у меня закрылась первая матрица Free, заполнились все 6 ее уровней, и на балансе у меня 10.06. Я перехожу в матрицу «Стартер» и сделаю это вместе с вами. Сейчас мы переходим в личном кабинете на вкладочку «Upgrade Membership» для того, чтобы обновить состояние моего аккаунта. И вот здесь, в этой табличке, мы видим, что мне предлагается оплатить матрицу «Стартер» 9.99 в количестве 1 с моего баланса аккаунта. Я нажимаю кнопочку «Оплатить». Сегодня на сайте идут массовые регистрации, поэтому он немножко тормозит. Давайте посмотрим. Видите, апгрейд прошел успешно. Давайте посмотрим, что у меня изменилось на вкладочке «Мои матрицы». Как видите, у меня открылась после матрицы Free матрица «Стартер». Она пустая, потому что мои рефералы должны сюда еще только прийти. Поэтому я всех вас приглашаю в этот проект. Проект очень хороший, проект очень денежный. Я уже успела пригласить сюда большое количество рефералов, давая рекламу на различных интернет-ресурсах. Как видите, у меня 76 лично приглашенных. В связи с тем, что такое количество приглашенных, меня уже занесли в топ-спонсоров. Такая вкладочка появилась на кнопочке General. Вот видите, Полиника 68. Я вошла в топ спонсоров проекта. Поэтому я всех вас приглашаю в этот проект. Я буду снимать видео, буду отчитываться о своем продвижении в проекте. У меня ушло 2 дня для того, чтобы закрыть первую матрицу. Я думаю, что многим из вас это по силам. Поэтому приходите в наш новый американский рекламный проект, делайте здесь деньги, зарабатывайте, и все у вас будет прекрасно и хорошо. Всего всем доброго, до новых встреч!